Всем привет, это Джей. Я сегодня один, поночки нету, поночка в деревне. Вот, поэтому я буду играть приключения. Я сегодня тоже ездил там по делам, точнее вчера, сегодня вернулся. Вот, немного в электричке наиграл в Хардсоун. Как обычно, мой любимый, в кавычках, псарь. Но сейчас мне должно повезти. Ну, Хэс, ну, ты что тупишь? Ага, пугало. Начнет все без разбора. 150 боссов. Ё-моё, я им еще не прошел. Как это говорится по-русски? Неудачник. Посмотрим. Сейчас все должно. Все должно быть. Ты чё опять слез, Хардстоун? Вот, останься на месте, хватит прыгать. У меня что-то комплик подтупливает. Ну ладно. Шао И Пугало! пугало. Смотри, что собаки откопали. Процедура жатвы запущена. Жнец. Точнее, пугало. Отлично. Ит. У него касание. Да, значит, мою шавку он сразу не убьет. Я, наверное, сразу бафнули. Переопасен. Если я шавку кину, на ее это разобьет сразу. Стой какой. Ага, сейчас я прыгну. Посмотрим, посмотрим. Блин, ему вот этого надо хмыря убить. Ну ладно, хоть не бафнул ему его. Оруж. Шавка. Нет, ты сорока. Прекрасно. Так. А вот об этом я не подумал. Так, во. Закинуть его. Бафнуть. Что за ужасный баф? Пятый ход нужен срочно. Так. Погнали. Мне не помеха, ни снег, ни дождь, ни даже ведьма. Это такой монстр. Блин, блин, блинский. Как хорошо, что и тупой. Чтоб сейчас он бафнул-то свое оружие. Сюда. Подзарядка. Нифига не прикольно. Блин, что делать-то? Ладно. Этого по-любому надо убить. Чтобы он не бафал дальше.
есть. Пугало, ты издеваешься? Давай разбейся и призывай. Подойди и послушай. Ёп. Так не получили, может, есть никого. Блин, жесть, он сейчас их набафает. Надо бы его сразу. Ах ты ж! Нехороший человек. Блин, кузнец тоже не очень. Отлично. Хоть об... Чёрт! Да ё-моё, и это упал. Блин, Хафер его не убьет. Хафер его убьет, он убьет его, а этого это и бахнет себе оружие. Зря я так сделал. Ну что поделать? Тут ты издеваешься? Просто пипец какой-то лютый. Блин, это меня не спасет. Хотя я могу призвать их же бафнуть. Это будет, что у нас? Три гонча. Давай сделаем. Нет, ты чё, парень, вообще что ли, офигевшая рожа? Так. Это я спустил собак. Звери прятали меня. Блин, рискнуть что ли призвать? Надо попробовать. Как он сейчас хилится? Получи предсмертный хрип Хадранокса. Ей. Пугало идет в расход. Хильнулся Хафер. А у него уже атака 3. Нормально. А когда он завершена? Так. 11. И завис такой. 11-13. Блин, не хватит. Ладно. А мы сейчас его разобьем, он как провокатор призовет. Змей. Двух провокаторов. Ой, трех. Все пугало. На этом ты закончишь. Тебя это не спасает. Магификация. Ах ты. Все равно тебя это не спасает, пугало. Все равно как тебя это не спасает. Это халапин, да.
Ай, нане, получи пугало. Ну, блин, это было это. Опасно. Опасно, опасно. Я косу даже не посмотрел. Надо было косу все-таки посмотреть. Давай. Глинда! Ух ты ж, ну! Прикончи его! Весь это уже ласт. Вот это я что-то это. Как-то неожиданно. Я думал, я босс на пятом. Ну что ж, посмотрим. И... Глинда Кроускин. Нокс молодец, но ты мне сейчас не нужен. Ты нас выследил? А может, это я тебя сюда заманила? Ой, да ладно, врешь ты все. Когда у тебя все плохо, ты говоришь это. Что ты молодец. О, блин. Стартовая рука еще. Зачем ты спуталась с Хагатой? Знай ты, на что она способна, Шоу. Ну, блин, зачем, зачем? Может, Хагата более лучший работодатель там. Соцпакет, пенсия, отпуск. Что ты стонешь-то? Она говорит, знай бы ты, какой, какие у нее устроить. Конечно, почему бы и нет? Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Да ты охеревшая, блин, сволочь. Можно его не кидать? Зачем ему плюс 3 к здоровью? Зачем ему молнию? О, маскировка. Сейчас я его просто набав. Смерть меня не страшит! Не, ну конечно, вот это жесть. Рано я использовал спустить псов. Очень рано. Сам виноват. И одни косты в руке. Осторожно. Да вот это вот, они блин. Кусаются. Ну а давай еще Малганиса. Как в прошлый раз. Это я спустил собак. Офигенно, ты призвал меня тут? Давай беса там убьем. Смеется.
капец, он демон в руку сейчас наложил. Ну и так там бесконечные фигуры. Да, вот сейчас бы спустить псов, да бафнуть их всех. Глупо зашибись. Ну ладно, тех больших вроде побили, есть шанс отхиляться. Две карты дроп нет. Так, не, я лучше. Лучше Сартоса и Хадранокса. А, и это еще на один, да. Все прекрасно. Блин, он сейчас какую-нибудь принцессу мне превратит в эту принцессу жёлтую. Не указывай мне тут! Я дебил, надо было колоду ему прожечь, и ты. Блин, кинул бы он оттуда. Ну ладно, одна карта у него пропадет хотя бы. Культиста дождаться и культиста надо убить, чтобы у него усталость хотя бы типа не было. Мне не помеха ни снег, ни дождь, ни даже ведьма. Когда у нее одни культисты останутся. А с другой стороны... Нет, я подожду. Один хит, блин, останется. Вот.
Вот об этом я и говорю. Зод, давай, принцесса. Блин. Принцесса же... У нее же нет предсмертного хлопа, она его... Вы чувствуете полный фейл? Так лоханулся, блин, хотя я его не убил. Ничего. А, ну, все равно я купил. Не, лучше купить, чтобы у меня... Свежее пополнение. Потому что мне нужно культист. Из колоды я буду воровать культистов. Ага, ну получится это, вернуться, да, колоду и Хадранокса. А Хадранокса? А, одного, блин. Извините, я тут заматерился, блин, очень сильно. Как тут не заматериться, что такое происходит? Готовы сражаться. Мои благодарные последователи. Да ладно. Прими ее любовь. Да ладно. Да ладно. Это свершилось. Вы видите это? Да! Наконец-то! Спасибо вам, Рандома! Я это сделал! Кроускин! Спустя 151, по-моему, уже боссов, я это сделал! Получи, гадская гадина! У тебя, потому что не было тебя его столько меня мучить. Да, наконец-то этот. Блин, 152 босса и наконец-то я это сделал.
Найдите меня в сердце леса и узнайте. Это прям вот замечательно. Сейчас даже это светит, да? Но почувствуйте это. Это свершилось. Наконец-то, сколько я его мучал. И наконец-то это все сделалось. Блин, почему тут нет Понки? Мы бы сейчас просто визжали. В общем, всем спасибо за просмотр. Никому не болеть, никому не кашлять и не мучиться так на псаре. Пока-пока.